Пополнили партийные ряды. В партию «Нур Отан» вступили труженики крестьянского хозяйства «Тулпар». Пятеро работников сельского хозяйства получили из рук представителей Карагандинского областного филиала «Нур Отан» официальный документ, подтверждающий их партийную принадлежность. Крестьянское хозяйство «Тулпар», которое находится в сельском округе агрогородок Абайского района, насчитывает около 2000 пастбищ и 1900 пашенных земель. К труду привлечено около 60 работников, которые приезжают на поля из городов-спутников Темиртау и Шахтинска. Чтобы развить животноводчество, мы открыли свинокомплекс, ферму, где уже есть около 200 голов свиней. В планах увеличить поголовье до 500 голов. Также планируем завести еще 200 коров. Главной целью поездки стало награждение партийными билетами работников сельского хозяйства. Первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала НДП «Нур Отан» Оспанова Кадиша поздравила крестьян и пожелала им дальнейшей плодотворной работы. Областной филиал сегодня вот стартовал у нас акция. Мы проводим, выезжаем в крестьянские хозяйства, ведем прием в этих крестьянских хозяйствах членов партии. В первую очередь, это значит, цель нашего мероприятия, заканчивается уборочная кампания. Вы видите, сегодня на полях завершается уборка моркови, значит, овощей. И поэтому, приезжая как раз в эти крестьянские хозяйства, мы в первую очередь не только в прием партии, но еще и чествуем наши активные первичные партийные организации. И хотелось бы в день работников сельского хозяйства поздравить их, пожелать им здоровья, счастья, а партия всегда будет их поддерживать и помогать. Работники же остались довольны оказанным вниманием партийных представителей. Партия эту всегда хорошо хвалят, что она хорошо продвигается, помогает. Радостное и настроение хорошее. Считаю себя, как будто я чуть-чуть выше, как начальством стал. Аким сельского округа Садыков Марлан также поделился планами по развитию сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство «Тулпар» у нас сегодня вступили в партию «Нур Отан». Это такое очень хорошее мероприятие, радует нас. Планируется устройство детской площадки на 2013 год. В нашем сельском округе 8 крестьянских хозяйств. В этом году у них урожайность, очень хороший урожайность. И они все принимают активное участие в ярмарке. Вот так, прямо с поля, спелую сочную морковь повезут на ярмарку, которая состоится 20-27 октября в городе Караганде по улице Ленина. Аида Ибраева, Сергей Високосов, Евгений Афанасьев, Первый Караганинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».